покрывало связала наша мастерица из Белоруссии. Смотрите, это такая техника патчворк, то есть, короче, все ниточки были дома, она собрала. Наташа, ты больше нам разворачивай, а то мы... Вот, подержи нам, мы посмотрим, видите? Вот квадратики, смотрите, она собрала все нитки, которые у нее, видимо, были в доме, лежали, она не знала, что с ними делать. Смотрите, какую красоту она связала. Женщина, она достаточно такая уже в серьезном возрасте, солидно. То есть ей было это нелегко вязать, потому что, честно вам скажу, тут достаточно... Не двигай пока, Наташа. Потому что, честно вам скажу, тут достаточно такое крепкое вязание, серьезное, сломала на 5 крючков. Вот смотрите, у кого лежат дома нитки, и вы не знаете, что с ними делать, вот, пожалуйста, Наташенька, разверни нам максимально, чтобы мы посмотрели еще, порадовались мастерству наших женщин замечательных. Вы знаете, оно такое приятное на ощупь. Доставайте по сусекам, что у кого лежит, и вяжите вот такое вот удобное, красивое, замечательное техники патчворка покрывала.